Работает до седьмого пота с перекачанными мужиками. Радуется молоку после ванны и хорошей жратве с выпивкой. Блюет радугой и спит в конюшне. Ты умер от шока. Испугался того, что тебя трактор переедет. От шока? Что за дела? Какого черта она с меня угорает? Ты так испугался, что целую лужу на дороге напрудил. А врачи из местной больницы ржали как кони, узнав, из-за чего у тебя сердечный приступ случился. Прекрати, не хочу это слышать. Хорош, стоп. Эй, замолкни уже. Как у начинающего, у меня должно быть хотя бы... Ты что делаешь? Хорош, завязывай! Ну, понял я, прости, был неправ. Если я тебе так не нравлюсь, то ладно, возвращайся к себе домой. Я как-нибудь и сам справлюсь. Ну, что такое? Забыл перед сном по-маленькому сходить? Уже стемнело. Сходить с тобой? Сам справлюсь! Я тебе не ребенок! А ну, не шуметь! Супа, простите, пожалуйста! Соберем самый основной шмот и выдвигаемся. Да! Сколько можно шуметь? Ща выставлю нахер! Мам, мне очень жаль! Так и быть, я помогу, хики задрот! Как вернемся, вступишь в церковь Аксис и будешь молиться мне 3 раза в день. А когда будем кушать, на слово «хочу» будешь отдавать мне все, что я попрошу. А еще... А ну выплюни! Эй, погодь, Аква! Поди ниц перед богиней! Божественный кулак! Получи и распишись! А если присмотреться, ты очень даже миленькая! Аква! Прости, я думал, ты поприкалываться подошла. Говорила непонятными словами и представилась странным именем. Грубо называть его странным. Кстати, а как зовут твоих родителей? Мама Юи Юи, а отец Чуй Заборо. Значит, в ее клане полно крутых магов, да? И вообще, нас монстры могут сожрать. Так это еще приятнее. А, все ясненько. Тут дело не в ее навыках. Она долбанутая до самого корня. Позволь мне вступить к вам. Отказываюсь. Такой резкий отказ. Она что, прется от такого? Ах, Тунгбаба. Кража! Это чего? Ух ты! Бинго, машу вать! Верни мне мои трусики! Какое бесстыдство! Кража! Это чего? Как такое возможно? Твой уровень уже позволил тебе перейти из класса странника на озабоченного? Ну, тут немного прохладно, так что не мог бы ты вернуть мои тросики? Казума, ты... Прости, но мне сейчас не до тебя. Лучше сделай что-нибудь с этой извращенкой, пока она не заняла твое место. Я переполнена маной и уже горю от желания. Господин Казума, я это, конечно, уже давно заметила, но ты в курсе, как бы, какой ты крутой? Если в голову не приходит, как меня похвалить, то не напрягайся. Бабах! Та-дам! Бабах! Каждый день какая-то приходит и пытается снести мой замок взрывной магией! Вы чё, совсем с головой не дружите? Что за гад это был? Имя мне Магмин!
Я великий архимаг, которому подвластна взрывная магия! Что еще за Мегумин? Прикалываешься надо мной? Ладно, я ушла. Сумасшедшая! Стой, не уходи! Далахан тебя уже боится! Я же купил тебя совсем недавно! Отпусти! Не останавливай меня! Она неизлечима.